Приветствую всех друзей канала Farnax Film. Сегодня мы приехали в гости. Приехали в гости в баню. Это очень необычная баня для наших суровых сибирских условий. Баня-бочка. Но вот установлена в ней настоящая сибирская банная печь Термофор Добропар. Давайте посмотрим, как справиться со своей задачей и обогреть гостей, и попарить эта сибирская печка. Баня спрятана на заднем дворе. Глядя на нее, сразу не скажешь, что это отдельное строение. С домом ее соединяет небольшая веранда. Далеко ходить не надо. Размеры бани впечатляют, только ее длина составляет около 6 метров. Внутри не чувствуешь себя стесненно. Все по-серьезному. Баней пользуются круглогодично, поэтому и печь нужна была мощная. Выбор пал на Термофор Добропар. Печь оснащена панорамной дверцей, тепло от которой также прогревает предбанник. Стекло у печи, несмотря на то, что оно работает уже несколько лет, кристально чистое. В большой парной одновременно могут комфортно находиться 3-4 человека. Посмотрим, хватит ли на всех пары. Печка гудит, баня почти готова, идем париться. Сначала подаем через заливную горловину на закрытую каменку, а сразу после на прогретые камни открытой каменки. Посидеть погреться? Нет проблем. Попариться с веничком еще лучше. Рассказывать, конечно, о своих ощущениях после посещения бани равносильно тому, чтобы пытаться через камеру передать вкус какого-то необычного экзотического блюда. Печь рассчитана на объем парной от 14 до 18 кубов, но здесь явно больше, чем 18. Парная размером 3x3 и высотой больше 2,5 метров. Но, несмотря на то, что за бортом почти 20 градусов, и баня стояла холодная, буквально за полтора часа она прогрела до температуры 80 градусов. Все, что хотелось получить от этой бани, я получил. Получил приятные положительные эмоции. Ну и, естественно, получил большое желание побывать в этой бане еще раз. Давайте познакомимся с печкой поближе. Добропар 1418 плазма – это средняя печь по мощности в модельном ряду. Есть еще печи для парилок от 9 до 14 и от 20 до 26 кубов. Топка глубокая, около полуметра. Основной металл – 4-мм сталь, а нагруженные места – из восьмерки. В транспортировочном состоянии ящик зольника перевернут, под ним спрятан колосник. Это исключает повреждение им стекла при перевозке. Дно внутренней каменки рассекает пламя от дров надвое. Проходя вдоль боковых стенок, пламя нагревает камни до высокой температуры. Укладываются камни через отверстие в верхней каменке. На дымосборнике предусмотрели также ревизионное отверстие для чистки. Пар из внутренней каменки выходит через отверстие на дне открытой каменки. А вот вода подается через специальный отсек с отверстиями. Кроме панорамной дверцы, в модельном ряду есть печи с чугунными дверцами, в том числе и со стеклом. Фух, пусть обзор получился и не очень большой, но тем не менее положительные эмоции я получил. Попарился, пар действительно классный. Печка очень жаркая, справляется с заявленными характеристиками, с заявленным объемом, даже выше того. Ну и всех тех, кто хотел бы присмотреться к этой печи, ждем в гости в магазины Farnax, ждем на сайт farnax.ru, там вы можете узнать о наличии печей, подобрать ее под себя. Ну и желаю всем легкого пара. До новых встреч, друзья. Счастливо!